Да, что это? Это яйцо. Яйцо, найди такое же, там ручку засовывай. Там еще такое есть. Давай. Ищи такое же. Вот оно, нашлось. Молодец. Тук-тук-тук. Кто из яичка вылупляется? Маленький цыпленок. Молодец. Можно дальше не смотреть. Нет, я вам расскажу, что меня беспокоит. Там очень туннель. Туннель, достать тебе? Да, достать. Давай, поиграешь, да, Сань? А мы с мамой туда сюда. Вот он ходил к вам на занятия, и потом ходил вот на ипотерапию к Марии. Да. Походил он несколько месяцев. Наверное, у вас ходил до мая. Угу. И у него за это время произошел хороший очень прогресс в речи. Стекло разбилось, да. Потом мы с ним ходили, потом мы жили в Анапе несколько месяцев. И он у нас ходил там на дельфинотерапию. Ну, то, что там есть дельфинарий, и не сезон. И вот он ходил в мае на 5 занятий дельфинотерапии. И сейчас вот еще немножко попробовал в октябре. И очень. И после вот мне показалось через несколько месяцев, после этого тоже у него, ну, он очень хорошо начал произносить слова, после того, как я скажу, например, я скажу дельфин. Он произносит дельфин. И стихи стал запоминать. В общем, память у него не могу пожаловаться, нормальная память. Но вот что плохо, есть несколько моментов. Первое, он вообще нас не слушается. Да, ну, то есть, поведенческие, да, чисто? Да. Вот он, например, ты ему скажи там, не делай, в общем, пофиг. Подойди, не подходит. Там, не лезь, пожалуйста, не трогай это. А он говорит, я хочу все наоборот. И делает все наоборот. Попробовали говорить наоборот? Ну, иногда мы, ну да, но сильно, не сильно помогает. Потом вечером он сильно такой, не может остановиться, вот как будто тормозные, как будто говорит, рецепторы, не знаю, там что, нейромедиаторы, как будто они у него отсутствуют. И он очень сложно его спать ложить. Ну вот, в общем. Да, вот сегодня, он мне сегодня опять спать не дал. Во время сна он снова начал. Ну, так у него часто бывает. Только днем он спит и не двигается. Вот днем он может спать в одной позе. А вечером он весь крутится, поворачивается 180 градусов в кровати. В общем, нас вот сильно утомляет, что он, во-первых, не подходит, когда ты ему... Ну, не подходит, когда ты его что-то просил подойти и не слушается. А то, что вот он, как он говорит, это нормально вроде. Ну, понятно, что он какие-то звуки там не произносит. И вот, ну, единственное, что мы делаем плохо, а мы ему включаем мультфильмы. Мультфильмы мы ему включаем, знаете как? Ой. Ну, доктор нам тогда невролог сказал не больше часа в день. Но иногда у нас, конечно, выходит больше часа. Он любит смотреть Тиму и Тому. Он их помнит. Сюжет, оттуда слова помнит. Пытается какие-то делать ролевые игры оттуда. Тима, ну, добрый мультик Тима Тома. Еще он смотрит мультик про машинки. Что делает пожарный Роб? Сейчас. Что он будет делать? Роб, а что делает пожарная машина?